Друзья, добрый вечер. Меня зовут Александр, компания Oliver Deck. Мы находимся в парке «Елочка», город Домодедово. Перед вами очень красивый ресторан, который называется «Лес и Лис». А здесь мы выполняли монтаж двух террас на первом и на втором этаже, а также ограждений. Итак, хочу вам рассказать, показать, какая доска, какие ограждения. Пойдемте за мной. Начнем с того, что здесь использовалась доска Oliver Deck Classic 3D, цвет графит, с 3D текстурой дерева, мы сейчас ее позже текстуру отснимем, и ограждение, цвет тоже графит. Ограждения выполнялись вертикальными балясинами по всему периметру. Пойдемте дальше. Вот на первом этаже такая терраса, примерно 220 квадратных метров. Она проходит далее, она будет использоваться здесь в летнее время в основном. А здесь будет, ну как и сейчас, уже есть столы, стулья. Вот терраса с 3D текстурой дерева, уложена в разбежку. Укладывали, сначала был деревянный каркас, потом поверх мы делали каркас из минерально-полимерного композита лаги и сверху уже саму доску, для того чтобы выйти в уровень. Например, вот есть данное дерево, дерево обходили также уголками, чтобы все было красиво. На второй этаж оно также поднимается. На втором этаже покажем, как мы там обошли это дерево. Ну, в общем, вот такая терраса на первом этаже вместе с ограждением. Ограждение здесь небольшой высоты, так как у нас здесь есть небольшой подшив уже, подбой, порожек такой. И мы продолжили просто им ограждение. Пойдемте на второй этаж, поднимемся, посмотрим, что там. На втором этаже подъема мы можем видеть воздушные ступени. Здесь также использовалась ступень из древесно-полимерного композита полнотелая. Все в хорошем, отличном состоянии и качестве. Поднимемся на второй этаж. Второй этаж еще не оборудован, только есть террасная доска, также ограждение. По периметру сделали такие красивые гирлянды, чтобы издалека было видно данный ресторан. В принципе, все то же самое. Террасная доска. Здесь кровля, соответственно, в некоторых местах использовали регулируемые опоры. А так, принцип монтажа тот же самый. Дерево, про которое я говорил, мы обошли ограждениями, чтобы здесь никто туда не провалился. Со второго на первый этаж. Вот такой получился объект. Все это выполнялось летом. Не так давно только запустился данный ресторан, поэтому полноценно эти террасы на первом и втором этаже заработают только со следующего года. Спасибо всем за внимание. С вами был Александр, компания Oliver Deck. Всем пока. And if you want to read my mind, you...